Не знаю, почему в Москве какие-то прям запреты на аплодисменты. Где не работают, только в Москве люди прям такие, типа, ну, если я буду хлопать, вообще меня не поймут. И, наверное, расскажут потом моим друзьям, а друзья засмеют, а потом еще соседи будут тыкать пальцем в тебя в подъезде. Ребят, нет, когда вы аплодируете, вы говорите о том, что вы улыбаетесь. Вы улыбаетесь. И вам нравится. А детям, знаете, как важно нравится? Очень. Итак, крутейшее, мощнейшее. Хорошо, что я не они, и пускай они сами с этим разбираются. Вы говорите...